Мы вообще всегда открыты для любых творческих и тем более благотворительных проектов. Это не первый наш проект и не последний. Ну, как говорится, чем можем помочь, да, талантливым детям, каким-то людям, которые нуждаются в помощи, мы в меру, так сказать, своих сил помогаем. Плюс еще это дает возможность какой-то творческой реализации, поэтому это всегда интересно. Организаторы проекта сами очень креативные личности, образованные, высокоинтеллектуальные. Мы полностью им доверяем в выборе темы, в выборе площадки, в выборе идеи. Именно в совместном нашем творчестве рождается что-то очень интересное для зрителей и для проекта в целом. Поэтому я думаю, что будем это развивать как-то вместе. Для создания такого глобального проекта я даже не представляю, сколько нужно силы и энергии. Вот поэтому творческой энергии, сил, а спонсорам возможности поддержать этот проект. Какие глобальные размеры и какой формат сейчас приобрел этот замечательный проект. Я считаю, что сначала все развивается немножко на таком маленьком, да, уровне города, потом уровень области, уровень России, дальше, больше. Очень много заинтересованных людей в этом проекте. Я думаю, что мы увидим что-то сногсшибательное.